Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо, сьогодні середа, 16 вересня, на нашому студійному 17.21, і ми розпочинаємо програму «Радіо День». В студії Галина Івашова, за операторським пультом Любов Таран. Нас можна слухати на 92 FM в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайськ. Також можна подивитися нас на телеканалі UA Миколаїв і переглянути запис нашої програми на офіційному сайті UA Миколаїв за наступним посиланням mk.suspilne.media. Як завжди, ми працюємо наживо. Телефон студії 769240, код міста 0512. Триває щорічний тиждень освіти для дорослих. Підходить він більш ніж у 50 країнах світу під гідою ЮНЕСКО. Мета – підкреслити важливість навчання впродовж усього життя. Отже, у програмі «Радіо День» ми з'ясуємо, що таке освіта для дорослих, у чому її специфіка та чому важливо навчатися протягом життя. І представляє гостей студії голова громадської ради з освіти дорослих пані Олена Пехота. Вітаю вас, доброго вечора. Доброго вечора. Декан Південної бізнес-школи Володимир Євсєєв. Пане Володимире, доброго вечора, вітаю вас. Також буде протягом ефіру коментарі головна бібліотекарка і Мікропивницького Світлана Пономаренка та викладачка медико-природничого університету та Миколаївської політехніки пані Наталя Володка. Отже, вітаю вас ще раз в студії Українського радіо Миколаїв. І важливою мовою для життя у суспільстві сучасному є швидка адаптація до нової інформації. Передові країни світу змінюють освітню систему, дотримуючись концепції навчання протягом усього життя. Отже, пані Олена, буде перше питання в мене до вас. Освіта дорослих стосується лише людей поважного віку чи ні? Я би хотіла почати немножко з другого. Спасибо. Так, прошу. Ви знаєте, є така прекрасна традиція год называть именем того события или того процесса, который является ведущим, базовым для данного года. Вот если бы меня спросили, я бы сказала, что 2020 год можно назвать годом образования взрослых, потому что столько событий, мероприятий, сколько произошло в этом году, да, не было никогда раньше. Ну, во-первых, в феврале 2020 года в рамках квалификации была введена новая специальность – андрагог. Подобного ничего никогда у нас не было, специальность андрагог. Второе. Ну, весь этот год мы обсуждали проект об образовании взрослых, хотя он был введен в закон об образовании еще два года назад. Так, на сайте Минусвиты. Да, да, я сейчас скажу, да. Угу. Вот, вы знаете, он так долго шел к сайту Минусвиты, этот закон. Угу. В 2015 году впервые в последнем законе про образование появилась 18-я статья про образование взрослых. И только сейчас, через 2-2 с лишним года, появляется, так сказать, закон непрямого действия, закон, который расшифровывает то, что в общем законе об образовании, закон про образование взрослых. И я хочу вам сказать, что очень сложный закон. Я принимала участие в разработке этого закона. Вот, и я знаю, с какими трудностями столкнулись. Его планировали 15 сентября вынести на обсуждение, на громадское обсуждение, но вынесли раньше, потому что, видимо, так требуют обстоятельства. Сегодня он, я еще раз повторюсь, висит на сайте министерства, и мы приглашаем всех к обсуждению этого закона. Я вам должна сказать, что это правда сложный закон. Там появляется очень много новых понятий. Там появляется, ну, там появляется много такого, что нужно обсуждать. Вы меня спросили про третий возраст. И это самый частый вопрос, который мне задают. Ставлю вам запытание. Да, так, да. Угу. Мне все время говорят, Ленька, а вот образование взрослых, это что, про третий возраст, который в России называется серебряным, у нас называется золотым возрастом, в Европе называется возрастом счастья, по-разному. Вот. Ну, конечно, безусловно, нет. Безусловно, нет. Потому что взрослым считается на законодательном уровне человек, когда он получает паспорт. Поэтому образование взрослых, то образование, которое мы говорим протягом життя, да, вот оно начинается с 16+, и в космосе где-то заканчивается, как я говорю. И когда меня просят, вот расскажите кратко в двух словах, что такое образование взрослых. Я люблю говорить эту фразу, я ее уже не раз говорила. «Открылась бездна, звезд полна». Звездам числа нет,
бездне образования взрослых не дна. Поэтому это образование впервые заходит в Украину, и его не было в Советском Союзе, хотя мы проходили тренинги перед тем, как работать над законом. Мы проходили тренинги с секретарем Рады Европы Катериной Попович и изучали документы, которые есть сегодня в Европе. Оказывается, первые документы в Европе появились в 60-е годы, а у нас еще этот документ даже не появился. Поэтому я думаю, что обсуждение будет очень бурным, потому что там есть спорные вопросы. Но я еще раз подчеркиваю, 16+ и так далее до бесконечности. То, что касается любого взрослого человека. Дякую. І які документи, крім проєкту закону, регулюють освіту дорослих, пані Олено? Напрямую ніяких поки нету. Напрямую. Угу. Тобто у нас є в законі про образування, є те, що стосується, у нас є паралельний закон про професіональне образування, професіонально-технічне образування. Далі є такі фрагменти в законі о вищому образованні, є повищення кваліфікації, є документи, які регулюють работы службы занятости. Вот этот закон, вот я его держу перед собой. Первый вариант был 90 страниц, сейчас 29. Он попытался интегрировать все, что можно было собрать везде по поводу образования взрослых. И я, наверное, не сказала. Вообще, меня часто спрашивают, о чем идет речь? Дело в том, что в образовании взрослых речь идет не о возрасте вообще. Речь идет о том образовании, о его содержании, направлении, которое может получать любой взрослый человек. Чтобы было более понятно, я скажу, например, мы знаем, что дошкольное учреждение – это работа воспитателей. Начальная школа работает по принципу научить писать, читать и считать, и там учитель начальных классов. Средняя школа – это обучение по предметам и по направлениям, да, вот, это математика, физика, ну, я не буду перечислять. Высшая школа – это подготовка специалистов, причем тех специалистов, которые заложены в рамку квалификации. Вот, образование взрослых работает в системе компетентностей. Их сегодня 11 основных. И, в общем-то, в разных странах до 60 насчитывают. Но в рамках манифеста, в рамках ЮНЕСКО сегодня есть основных 11 компетентностей, которые характерны для любого человека, но просто на разном уровне развития этих компетентностей. Ну, я могу привести пример, если вы хотите. Да, про несколько, наводить, будь ласка, прикладик. Да. Ну вот Владимир Борисович, может, тоже еще будет рассказывать. Есть такое понятие, как финансовая компетентность, да? Значит, финансовая компетентность – это компетентность, которая развивается, формируется и развивается и в 16+, и в 30, и в 40, и в 60, и так далее. И там столько всего в этой финансовой компетентности. Начинаем с того, что нужно научиться делать бюджет семьи, нужно разбираться, как работают карточки, как инвестировать, что такое пассивный доход, активный. То есть это то, что должен знать каждый человек, и то, чего не дается нигде. И человек может зайти в эту сферу, выработки этих компетентностей в любом возрасте. И когда у нас был фестиваль, может, еще скажет Владимир Борисович, у нас именно на его локацию по финансовой компетентности стояла очень большая очередь, и люди пытались как-то прояснить, что такое биткоины, что такое трейдовые биржи и так далее. Зараз запитаємо пана Володимира про цей фестиваль, власне, так, про ваші спільні проєкти, про вашу спільну роботу. Спрашиваете? Я запитую, пане Володимире, про вашу спільну роботу, про ваші проєкти. Ну, на самом-то деле, наше сотрудничество, оно как айсберг. Сверху совсем немножко, а основная часть – это внизу. Это методология, это подготовка, это заседание советов, это понимание того круга людей, которые хотят двигать это направление дальше, и тех людей, которым вообще это нужно. Потому что, к сожалению, времена показывают, что действительно современная школа, что начальная школа, что средняя школа, что высшая школа, они не дают тех навыков жизни, которые действительно жизненно важны нашему человеку. И действительно, вот один из важных показателей нашего сотрудничества – это проведение фестиваля неформального образования, который любезно был проведен на территории театра возле горосполкома. Спасибо администрации театра, что они предоставили такую площадку. Это действительно был, на мой взгляд, это был такой фейерверк неформального образования, фейерверк высокоуровневых компетенций.
И то, что сейчас в условиях карантинных ограничений подобное провести, к сожалению, нельзя, это действительно такой серьезный минус. Но мы теперь вынуждены работать, осваивать работу дистанционную, осваивать программы, которые могут не носить, скажем так, условия контактов непосредственно между людьми. И это, само собой разумеется, залог, вне зависимости от карантинов, развития этого направления и не только в городе, в області, а во всей стране в целом. Дякую. Пані Олено, питання ще до вас наступне. Тут говоримо про освіту для дорослих. Сказали ви, що немає певних вікових меж, так? І все ж таки, хто ж займатиметься підготовкою спеціалістів для неї? Майже бути фахівці для того, щоб Дякую. Навчати. Дуже цікаве питання. Спасибо за інтересний вопрос, як прийнято говорити. Да? Я возвращаюсь к закону про освіту дорослих. Так. Значить, у нас вводиться поняття андрагог. Андрагог – это работник в сфере образования, который владеет специализированными компетентностями для надания освіти дорослих с урахуванием інших вікових особливостей. Значит, вообще не было никогда этого понятия у нас в законодательстве. Хотя вот, как говорит Владимир Борисович, конечно, мы этим понятием пользуемся. Вот. То есть педагог – это человек, ведущий ребенка. Педагог, андрагог – это который ведет по этой жизни взрослого человека. Я хочу еще добавить вот какую вещь. Я очень часто эту фразу говорю, я ее люблю. С моей точки зрения, самая сложная профессия – это жизнь. Это не специальность. Специальность – это более простая вещь, потому что мы учимся, готовимся к ней в школе, мы готовимся в вузе, мы получаем повышение квалификации. А жизнь, она гораздо сложнее. Вот. И поэтому есть еще одно понятие, которое еще не вошло в Украину. Вот то, что вы говорите, третий возраст – это герагог. Вот, гера – это люди пожилого возраста, гера – это тот, который работает непосредственно с пожилыми людьми. Вы знаете, я больше люблю научные исследования, мне надо, чтобы все было доказано. Вот, и я была как-то, думаю, если я была удивлена, я хочу поделиться этим. Да? Вот, нам всегда говорили, что продлению жизни способствует изучение английского языка, физкультура, правильное питание, образ жизни и так далее. Вот, поскольку я как бы, простите, профессиональный педагог, уж, да, то я прекрасно понимаю, что жизнь человека – это есть этапы развития. И это развитие не заканчивается, когда он уходит на пенсию. Развитие человека, как это ни странно, продолжается всю жизнь. С утробного развития и до последнего мгновения. И для того, чтобы заниматься взрослыми людьми, нужно заниматься их развитием, а не только физкультурой, питанием, развитием. Вот. И оно там строится по другому принципу. Там есть принцип Колба, когда идут впереди не знания, а какие-то ситуации. Вот. Те, которые вот мы сейчас обсуждаем, кейс-стади. Поэтому андрагог, герагог. Но есть еще одна тонкость, которая не вошла, к сожалению, в закон. Вот. Хоть много мы и говорили на эту тему. Значит, говоря о компетентностях, у каждого человека, работающего со взрослыми, должна быть развита андрагогическая компетентность. Врач, он должен пройти определенные курсы, да, вот, который позволяет ему грамотно, как врачу, работать с взрослыми именно. Дальше милиционер. Он имеет свои какие-то знания, плюс ко всему у него должна быть андрагогическая компетентность. Продавец. У него должна быть андрагогическая компетентность. Когда мы это обсуждали в министерстве, мне говорили, Николай, да где мы деньги на все это возьмем? Я говорю, ну, значит, мы хотя бы должны понимать, что это у нас впереди. Потому что если мы говорим о том, что у дошкольника есть свои особенности, у ребенка в начальной школе есть свои особенности, ведущий вид деятельности и так далее. У школьника, то и у взрослого человека. Дело в том, что сегодня доказано, что развитие не только не заканчивается в 50, 55, 60. Дело в том, что в той ситуации, в которой выросло последнее поколение, вот моего поколения Владимира Борисовича, да, вот доказано, что это наиболее активный возраст, и не надо отправлять на пенсию. Наиболее только человек должен понимать, вот, и следить за собой, за своим здоровьем, за своим питанием, потому что в интеллектуальном плане он достигает вершины, вот, и он должен этим уметь пользоваться. Это очень интересное исследование, недаром в Европе этот возраст называют возрастом счастья. Только нужно уметь знать, как его организовать. Надо этому учиться. Сегодня с тем вы значением поняли. Да?
Да. Вы сгодня конечно, вы, пане Володимире. Я не просто с этим согласен. Мы уже заканчиваем подготовку проекта, да, который называется «Опять-25». Угу. Мы будем подавать его на секторальную поддержку, угу, Европейского Союза. Это проект как раз направлен на создание адаптационных компетенций для людей возраста, которые хотят выйти на пенсию или уже вышли на пенсию. Угу. Чтобы эти люди были актуализированы к вот самым современным гаджетам и технологиям. Потому что на самом-то деле человек не хочет стареть, он не хочет умирать. А когда его выбрасывают на пенсию, потому что он уже отстал, потому что он не учился, к великому сожалению, он оказывается разбитого корыта, он быстро гаснет и отходит в мир иной. Так вот, вот дача им вот таких современных компетенций в этом проекте позволит продлить срок активной жизни целого слоя нашего населения. Да. Ну, тут добре, якщо так, якщо все ж таки приймуть цей закон, ну, опять видите, я вам хочу сказать, вот посмотрите, мы опять с вами вернулись к третьему возрасту. А я все-таки хочу сказать, что больше внимания надо уделять как раз сегодня, с моей точки зрения, 20+, 30+, 40+, в плане жизненных компетенций. Так, ну, вы ще викладаєте, ваші викладацькі діяльності, ви спостерігаєте за студентами, там 17, там 5 років, 22 роки, да? І ви це можете бачити, що треба молодіше чомусь навчатися паралельно. Ми сьогодні говоримо, чому важливо навчатися протягом життя. Зараз буде коментар людини, яка сама навчає і яка водночас і навчається. Викладачка медико-природничого університету та Миколаївської політехніки Наталя Володка. Послухаємо коментар, а потім наш парламент. Прошу. Щодо себе, я скажу, що це завжди мені цікаво. Але у відповідності до науковців це ще рекомендовано. Якщо ми дослухаємося до гарантованого освіту, то вони рекомендують навчатися, чим старше, тим більше, вивчати мову, вилучати знання з інформаційних технологій, так, користуватися комп'ютерною технікою та іншим, тому що це профілактує порушення вікових змін, які пов'язані із віком. Враховуючи те, що відбувається постаріння населення, то всім рекомендовано навчатися і отримати нові функції. І життя буде яскравіше і цікавіше у зв'язку з пандемією, да, і карантином. Ми мали перейти на дистанційну освіту. Тобто освітній процес дистанційно, в режимі онлайн. Я отримала дуже добрі навички, я можу навчатися і навчати в мережі інтернет, це Zoom модул, де дуже зручно, де дуже є можливість не тільки надати матеріал, а ще й тісно і своєчасно працювати зі студентами і отримати зворотній зв'язок, розумієте? Це дуже важливо. Більш того, у нас багато конференцій, вебінарів проходить через Zoom. І в цих вебінарах приймають участь люди поважного віку, тобто елегантного віку, як ми з вами говоримо. Да? Так що це дуже корисно і цікаво. Це був коментар Наталії Володки, викладачки медико-природничого університету та Миколаївської політехніки. Пані Олена, я тут бачила, що ви з тезами деякими все ж таки згодні. Так, що пані Наталія говорила. Я, во-первых, хочу поблагодарить за такой интересный комментарий, вот, и за ту огромную работу, которая проводится. Действительно, у нас в городе, у нас большая работа проводится, но я хочу еще раз переставить акценты. Понимаете, в школе у нас учат, потом знания, умения, навыки, в УЗИ знания, умения, навыки. Образование взрослых построено совершенно по другому принципу. Там перед человеком стоит проблема, и он сам добывает себе знания для решения этой проблемы. Это называется цикл Колба. Значит, смотрите, сегодня рекомендуют следующее. Когда человек уходит, ну, скажем так, условно на пенсию, хотя у нас сегодня и не все уходят на пенсию в прямом смысле этого слова, он становится социально освобожденным от многих обязанностей, социально свободным. Дети выросли, на работе состоялся, значит, и так далее. И тогда сегодня рекомендуют, зарубежные исследования рекомендуют сменить образ жизни. И вот именно это продляет жизнь. Но искать не новое что-то, а в рамках того, что он умеет, но, так сказать, какие-то дополнительные. И вот постановка такой задачи мобилизует его возможности, и тогда это обучение, которое выстраивает он сам. Понимаете, образование взрослых – это не опять то же самое.
вот, читать, запоминать і так далі. Це вміння займатися саморозвитком, індивідуальною траєкторією розвитку. Вот так. Хоча хорошо, коли і це теж є. Тут говорили і про вивчення мов, і комп'ютерна грамотність. Це ж також присутнє, да, в цих компетенціях. Да. Просто розумієте, якщо ми говоримо об изучении иностранного языка, то он должен быть для чего-то, а не просто так. Ну вот у многих есть детки за рубежом. И тогда курсы должны быть построены там, чтобы взрослый человек мог до них добраться, в дороге воспользоваться своим языком, разговаривать в том, той среде, в котором живут дети. А если просто учить, это абсолютно бессмысленная вещь. Потому что, опять же, не английский, а может быть, нам нужен польский, может быть, немецкий нужен. Понимаете, сегодня дети разлетаются из Украины, и родители должны иметь возможность как-то с ними спілкуватися. Ну, так, про вивчення мов говорить пані Світлана Пономаренко. Да, да. Про Повницького є такі, як неформальна освіта, приклад формальної освіти. Да, да. Я думаю, що сьогодні в кожній бібліотеці це є. Це є і в бібліотеці Гмирьова, і в Кропивницького. Сьогодні це обов'язкова составляюча от роботи бібліотеки. Сьогодні поки от це ще мутна вода у нас, як я говорю, да? Ну, вони в складі вашої громадської ради. Хто? Кропивницького бібліотека. Да, там, да, 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 да. От зараз послухаємо коментар пані Світлани Пономаренко, потім продовжимо нашу розмову. Прошу. До заходів з неформальної освіти входить також і навчальний мовний кластер, що не призупинив свою діяльність і під час карантину, і в межах якого продовжилось надання навчальних послуг з англійської і німецької мови. До березня місяця всі навчальні курси, уроки проходили в стінах нашої бібліотеки, в зручних аудиторіях і в такій затишній атмосфері. Але карантин зміг свої корективи, і ми вимушені були піти онлайн. Було організовано дистанційне проведення занять у програмі Zoom для учасників безкоштовної програми малих стипендій вивчення англійської мови. Ця програма була розрахована на дітей віком 13-15 років з малозабезпечених і соціально вразливих родин. Оскільки в лютому ми групу набрали, в вересні тільки ми почали заняття, і ми вимушені були перевести навчання в онлайн. Під час карантину заняття відбувалися вдвічі на тиждень по 2,5 години. Кожна дитина мала доступ до викладача, отримувала домашні завдання, отримувала онлайн-консультації та відеоуроки. Наприкінці червня в учасників проєкту розпочалися канікули, а з вересня вже знову розпочався новий навчальний сезон. А окрім АКСЕС, протягом березня-квітня також проводили дистанційні навчання курсів англійської мови для дорослих Easy English, тобто легкий лекція англійська. Це невеличкі групи з 8 чоловік, і заняття відбувалися двічі на тиждень по 4 години. Також спочатку року в січні та лютому заняття проходили в нас в бібліотеці. Так, так, прошу, так. Да. Ви знаєте, ну, як би не по сценарію розворачується розмова, це здорово. Вы знаете, я с глубоким уважением отношусь и относилась и отношусь к нашему бывшему министру Лилии Михайловне Гриневич. Когда она приезжала в Николаев и шел разговор о том, что нужно учить английский язык, немецкий язык, она очень четко сказала, для вашего города и для вашей области необходимо козырной темой, очень важной темой изучения украинской мовы в русскоязычном регионе. Поэтому сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, когда... Ну, детки сидят дома, только что шла речь об этом. Родители должны работать. С кем остаются детки? С бабушками и дедушками. И бабушки и дедушки сегодня не могут помочь деткам изучение тех предметов, которые идут, ну, разумеется, державную мову. Да. Поэтому я всегда удивляюсь. Ну, можно найти у нас в нашем пространстве какие только курсы, какого только уровня, какого только языка. Вместо того, Кропивницького є курси, что у них понимаете, я сейчас вам другое скажу. Вот если мы возьмем, что численность населения 500 тысяч, да? Давайте на секундочку. Дальше посчитаем, сколько взрослых людей, а дальше посчитаем, сколько в библиотеке Кропивницкого обучается на этих курсах. Грубо говоря, 10 человек. Ну так. Просто я шучу сейчас, да? Скажите, какой это процент от населения города с таким населением? Понимаете как? То есть, с моей точки зрения, у нас на сегодняшний день серьезно не поставлена проблема ни в государстве, ни у нас в области, ни в нашем городе о
бесконечных вариантах изучения украинской мовы для разных категорий. Вот только что я вам говорила, компетентности. Для 60+ это такие курсы, для 40 это такие, для деток это какие-то ігри і так далі. Угу. Пані Олена, ну я думаю, що у нас ще є трохи часу, його не так багато, але думаю, встигнемо поговорити про Академію життя Life Skills. Я би хотіла ще розказати про наш унікальний опит совета по образованию взрослых. Прошу, будь ласка. Да, і ми плавно перейдемо, тому що це наш колективний проект. Так. Владимир Борисович очень мудро сказав о том, що несколько лет назад ми совершенно как бы возможно, случайно, возможно, нет, встретились в подготовке фестиваля. И у нас там спонтанно сложилась команда, спонтанно. Каждый решал свои какие-то задачи по образованию взрослых, и на сегодняшний день мы продолжаем этой командой работать в городе, командой. Да. Поэтому вот эта команда легла в основу создания, естественным образом, Совета по образованию взрослых. Вот. Там 15 организаций. Эти организации, которые занимаются совершенно разными направлениями. И мне бы хотелось вообще когда-нибудь этот вопрос порассматривать отдельно, потому что это очень интересно должно быть нашей громаде. Вот так. Я знаю, что времени мало. Я думаю, что это заявление на следующий какой-то разговор серьезный. Ну, можливо, буде в нас ще якийсь інформаційний привід, і обов'язково запрошу вас до нашої студії, тоді ми вже більш детально про це поговоримо. Да. А ви мені задали вопрос про Академію життя. Да? Так, так, да. Тому що це треба. Значить, Академія жизни или life skills, жизненные навыки, это самая трендовая, выражаясь современным языком, тема сегодня в Европе. Угу. Вот, она была выбрана Европейским Союзом и Европейской ассоциацией образования взрослых позапрошлом, в прошлом году. Мы туда отправляли свой фестиваль, вот, потому что мы же знаем, вот мы приезжаем, почему все хотят в Европу? Потому что там комфортно жить. Потому так, что они поняла, работают над этим вопросом. Я подсказываю, что мы уже можем завершивать. Да, да, жаль, да. Но поэтому я мне бы хотелось пригласить всех проголосовать за наш проект. Завтра добре. Последний день. Завтра останній день голосування, да. Так, я зрозуміла. Дякую, що ви сьогодні були в нашій студії. Ну, власне, є над чим подумати. Можливо, хтось захоче спасибо, вдосконалити що свої навички і чомусь ще новому навчитися. Спасибо, що ви сьогодні посвятили цьому часу на радіо. Це була програма «Радіо День». Дякую, що дивилися і слухали. До зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».